Посмотри, в микроволновке вискарик. Так, ну все, давайте начинаем без всяких там вступлений. Let's celebrate and suck some dick. Как открыть эту банку, пацаны? Ой, ее поперло. О, все, чувствую. Кончил. Одна пуля, одна попа. У Зои рука немножечко странная. Ой, ее мне достижение дали один гном, а вот это рофл. Это за дерьмо? Ты посмотри на эту шляпу. Ха-ха-ха, немецкая озвучка заработала в игре. Автомат. Смотри на этот пиздец. Alright, let's go. Еще звук такой всратый у Луис. Вот эту стоечку. Бил вообще на коляске уже. Анимехи из Genshin Impact, это что вообще за дерьмо? Так, анимехи лежать. Че, девочки, вы в порядке? Ты бинтами мотался хоть раз? А чё там? Ну-ка, стой. Бля, из Марио тот приехал. Серега как-то из Мордора выбрался. Тена большая. Кстати, заметил, смотри, какой у него качественный хвост. Откуда он идет, интересно? Кто сказал шайза сейчас? Представь, ты приходишь домой, а там лежит мертвый кот. Опа, нож из КС-ки. За Genshin Impact на нож. Я лазерный прицел на кота поставил. Взял мы кота разрывные. Чё, поехали? Аниме, бля. Бля, ну Биллу реально плохо. Я поставлю тебя на ноги. Надо было вместо Геншина ставить ту тёлку. Так, мы поменяли персов. Теперь это девочки. Это они все в ментов одеты. Не-не-не, я там видел, вон в беленьком. Вон в чёренькое ходит, смотри. Ну вот это ничего такая горничная. Я слышу где-то муууу. Фанатки на нас нападают. Я надеюсь, это не запрещено показывать. В России. Блин. Ты почему включил и меня не дождался? А, куда? Это что за звук? Русская армия? Что там тот бегает? Рядовой в Красной армии. Там Тревор на крыше был аккуратней. Я упал в толпу девочек. Нет, блядь, меня убьют. Как заказывали. Толпа девочек. Там еще тот где-то бегает, а! Там Фрэнсиса забивает. У нас, походу, минус один. Man down. Mayday. Сейчас ему Билл поможет. Так, черные. Черные. Проверка трофеев, да? Как много, посмотри, просто океан сучек. Типичный день в офисе. Такой вискарик за столом. Блин, ты потише, а? Дедушка из Вьетнама оставил. А вот и дед. Тихо, это что, Шрек? Чё он какой-то дурной? Ой. Чё ты говоришь? Офисная тоже ничего? Да, ничего такое. Ну да. Так, теперь компания из Left 4 Dead 2. А где шляпа эту? А, мы шляпу. А, во, шляпа. Это что за фрик-шоу? Эллис вообще охотник держит этот с огромной шляпой, а ты вообще Юра. Ну-ка, теперь тестим, смотри. К Юре заглянь. О, чёренько там. Там чёренько. А у тебя? Ну-ка, у меня. А у тебя там красно-черненько, розы. Куда его понес? Стой, блядь, еще и дерется. Нахер палет разбил. Эта шляпа реально огромная. Ты представь, как... А если он в здание залечил? Да-да-да, я вот это тоже хотел проверить. Реально сквозь здание. Вискарь здесь не зря валялся. Дайте-ка я бахну. Какой вид. Блядь! А знаешь, вот со временем начинаешь даже привыкать к этому абсурду, который происходит на экране. Вот это ничего такая. Такие, блядь, трупы ходим, рассматриваем. Вот тут какая-то новенькая черненькая была. Чё это, клюшка и банан недоеденный. Шлюшка и банан недоеденный. И баян. На-на-на-на-на-на-на-на. Такой, меня зовут Ник, и больше вам не надо ничего знать. Шляпа, блядь. Ой, опять русская армия. Ааа, да нафиг, это чё, НКВД, что ли, так работает? Походу, кровь вытекла. Я не забуду никогда те дни. Чё бы пожрать-то? Гречики с тупом, что ли? Блин, нихуя ты фронтовик, бля. Поджигай, поджигай! Прощайте, пацаны, я был рад служить вместе с вами. В Афгане. Там кое-что было неприлично изображено между ног Зои. Там была пусси. Сейчас глянем. Так, подождите. Во, все, я вижу. Да, нихуя. Тут было написано, что это АК-47, но на самом деле это Штурмгевер 44. Вот так вот аниме будут расстреляны. Дым угорает, бля. Это который... Ю-ху! Ну слушай, это все по секретным немецким документам. Последние дни в Германии. Бля, идет! Да мимо, Серега, хорошая попытка. I can't stand.
Он упал. Мы убили? Там тот сзади бежит. Он очень счастлив. Бля, как же он страшно кричит. Не, ну сейчас-то давай не налажаем танка во льну, лё. А, шайзе, бля. Ой, её опять надо замазывать, походу. Серёга, бля, не допустим. Герои Берлина, собираемся. Да шайзе, бля. Меня так еще аниме никогда не унижало. Они меня запинали ногами. Бля, ну кот мне просто нравится. Он какой-то самый лучший мод из всех. Просто идеален. Да, вот эта картинка, которую ты в ВК скинул, она характеризует то, что здесь произошло сейчас. Ну все, ливаем, ладно. Лайк, подписка. Лайк, подписка, колокольчик. Заходите в Дискорд. Всем пока. Всем пока.